Дорогие кузбассовцы, с сегодняшнего дня слово «кузбассовцы», «Кузбасс» – это не просто любимое слово в Кемеровской области и уважаемое далеко за его пределами. С сегодняшнего дня это официальное название региона. Здравствуйте! Вы позвонили в компанию «Алкоголь и зависимость». В эфире шоу «Абажур». И меня зовут Станислав. Мой соведущий – кемеровский журналист и публицист Фома Неверов. В миру – Роман. У нас в гостях редактор издания «Новости Киселевская» Наталья Зубкова. Работаем в прямом эфире. У нас полная импровизация. Первый раз, поэтому не судите строго. Попробуем подвести главные итоги этого года в Кузбассе. И немного по стране в целом. Почему Киселевск? Этот кузбасский город подарил нам примерно половину всех новостей в уходящем году. И Наталья Зубкова принимала в этом самое непосредственное участие. Мы еще вернемся в Киселевск. Начнем с рейтинга лучших новогодних событий Кузбасса. Пятое место. Губернатор Сергей Цивилев наградил свою жену. Кто что об этом думает? Я думаю, что губернатор, конечно, молодец, но его не поняли. Изначально не поняли, потому что когда люди увидели первые заголовки, губернатор наградил свою жену, то все, конечно, очень обрадовались. Единственное, что захотели выяснить, чем конкретно наградил губернатор жену. Гонорея, хламидиоз, паховая гранулема, твердый шанкр, мягкий. В общем, молодец губернатор, но он настоящий мужик у нас. А потом выяснилось, что губернатор наградил всего лишь медалью. После этого, конечно, кузбассовцы начали ворчать и до сих пор в соцсетях ропщут об этой медали. Не знаю, что об этом думает Наталья. Ну что я думаю, губернатор молодец. Очень хочется, чтобы каждый супруг, каждый муж в Кузбассе был тоже такой же молодец. Вот посмотрите, как классно. Сварила жена борщ, раз ей муж медаль, да? Выполнила супружеский долг, он ей раз, это медали сразу всех трех степеней. У нас бы все женщины, все бы медалистки в Кузбассе были, согласились? Пример подал для мужчин всех остальных в Кузбассе. Я так думаю. Да, вот если немножко к серьезному вернуться, то многие кузбассовцы, наверное, читали мою статью на «Эхе Москвы» про Анну Цивилеву и про ее так называемую благотворительную деятельность, которая на самом деле не существует. То есть у Анны Цивилевой, у попечительского совета Анны Цивилевой, который она возглавляет, нет юридического лица, нет банковского счета, нет никакой отчетности по ее деятельности. Есть какие-то мифические фонды, с которыми она якобы сотрудничает, есть какие-то мифические благотворители и настолько же, как я понимаю, мифические получатели этой благотворительности. По крайней мере, если реальный благотворительный фонд захочет работать без банковского счета, а попытается делать это черным налом, то его не то что быстро прикроют, а еще и люди получат, скорее всего, уголовные сроки за это дело. Эта тенденция, наверное, не только в Кузбассе, но и в целом по России, да, я так считаю, что такие благотворительные фонды – это достаточно удобный способ либо отмывать деньги, да, либо получать какие-то дополнительные бонусы куда-то, ну, не на благотворительность, естественно, потому что и ты, и я, мы знаем ситуацию, когда было реальное обращение, да, за благотворительность, и ничего из этого не получилось, в принципе. Не дали помощи. И... Мутная история, что можно сказать, мутная. Да, и мы помним Амана Тулеева, который любил развлекаться благотворительностью. Примерно в прошлом году, чуть больше года назад, мы делали расследование, которое называлось «Проект милосердия», в котором выяснили, что, опять же, какие-то фальшивые фонды, может быть, они фальшивые, может быть, они реально занимались какой-то благотворительностью, потому что отчетов об их деятельности получено так и не было. Даже когда об этом потребовал губернатор Цивилев у счетной палаты, счетная палата отказалась проводить расследование. И по нашим подсчетам, по подсчетам наших экспертов, с которыми мы работали, примерно 20 миллиардов в год выводили эти фонды из разных
из крупных предприятий. Как правило, угольные предприятия передавали им деньги. Куда потом девались эти деньги, трудно сказать. 20 миллиардов в год за 20 лет правления Амана Гумировича – это почти полтриллиона. Астрономическая сумма, да. Я вот, знаете, думаю, что как бы мы не можем, конечно, сказать, что это отмывание денег напрямую, так как не было проверок. Меня именно интересует, почему не было проверок, почему никого не интересует это. То есть я считаю, что должны быть по-любому проверки проведены какие-то. Ну, наверное, потому что и не было, что не хотят, чтобы были те, кто этим занимается. Ну, мне более-менее понятно, почему не было проверок, потому что губернатора Тулеева решили оставить в покое, дать ему вольницу, пусть он там управляет своим ФПК институтом, и больше его не трогать и забыть о нем. И, скорее всего, его уход от власти был именно таким образом и решен, что ему дают гарантии, как в свое время президенту Ельцину. Путин дал гарантии неприкасаемости, так и Аману Тулееву дали. Но вот сейчас, как мы видим, все повторяется, какие-то благотворительностью начинает заниматься жена губернатора, в открытую за это получает медали, за то, что на черным налом выводит какие-то деньги. Возможно, мы сейчас не можем, опять же, ничего утверждать, может быть, все деньги без исключения до копейки. Нет, там подожди, идут Ром, на благотворительность, но реально. Да. Это наше субъективное мнение, то есть мы опираемся только на логику свою, но мы же не слепые люди, да, то есть мы видим, что было раньше, как знаешь, цикличность, история. Мы смотрим, что все фактически повторяется, как будто методичка какая-то государственная у всех вот лежит на столе, шаг влево, шаг вправо, расстрел, нужно вот делать вот так. И все так и происходит. И уже как-то и доверие падает в эту сторону, и сомнений все больше и больше. Одного только понять не могу. Вот Аман Гумирович, ну, он и для Кузбасса много делал, и против Кузбасса, я считаю, довольно-таки много делал, да, то есть закрывал дорогу многим компаниям, многим людям. И от власти-то не так уж и далеко он ушел, опять же. Вот мое личное мнение. Так что с ним много кто до сих пор советуется, он все еще имеет нехилое влияние. Вот мне интересно вот твое мнение, ты что об этом думаешь? Я думаю, что, конечно, трудно было избавиться резко от команды прежнего губернатора, да, но, тем не менее, по-моему, сейчас там один или два зама всего остались. Один, по-моему, зам остался из Тулеевских. То есть прошла такая конкретная зачистка. Да, прошла зачистка, но все равно, конечно, очень много осталось прежних. Главное, что прежние порядки, они не то чтобы остались, но они частично остались и частично возвращаются. Это мы видим по тому, например, по суду над Натальей, нашей сегодняшней гости, который там какой-то киселевский юрист, очень близкий к администрации, подал в суд, выиграл по защите чести и достоинства, за мнение. Это, в общем-то, тактика была именно Амана Гумировича, который даже закрывал издание целое именно за мнение, а мы знаем, что по закону мнение журналиста не подлежит никакому судебному разбирательству. Давайте, наверное, уже перейдем к следующей новости. А, Ром, можно я еще небольшую реплику добавлю? Ну вот про вот этот благотворительный фонд, да, если он есть, если он собирает деньги, такие большие деньги, у меня тогда большой вопрос. Почему у нас в Кузбассе люди до сих пор на лечение детям собирают деньги в соцсетях? Совершенно верно. Больше ничего говорить не надо. Более того, там перечисленная помощь Анны Цивилевой каким-то детям на лечение в Германии, еще каким-то там спортивным учреждением, досуговым, она, в принципе, должна была быть оказана государством. То есть даже здесь, даже вот в этой помощи, которая была оказана, не была, мы не знаем, потому что отчетности нет, а есть только красивые слова, даже здесь подменяется благотворительностью то, что государство должно делать и так. А у нас дальше четвертое место. Елка за 18 миллионов. Новость всем уже, конечно, надоела, поэтому мы поставили ее на четвертое место. Но теперь вспомним про другую елочку.
Итак, с чего начался 2019 год? Видно, что заходила техника. Сдвинули забор туда, чтобы добраться до елочки. Вот все тут расчистили, чтобы техника подошла. Операцию по спиливанию новогоднего дерева представители администрации города провернули за считанные минуты. Соседи Андрея Афанасьева даже не смогли толком выяснить, кто дал на это добро. Ель быстро повалили и увезли. Жалко елку. Да не то слово. Я вообще неделю ходил, можно сказать, даже ходил как безумный, блин. Сколько лет она росла здесь? Ну, судя по кольцу, больше 50. Андрей тут же бросился на поиски семейного дерева. Нашел быстро, по горячим следам. Когда узнал, что ее срубили, соответственно, сразу подумал, для чего эта елочка, кому она нужна. Подумал, что на площадь. Приехал, точно, вот она, красавица. Я с ней рос, поэтому узнать ее не составило труда. Украденную ель прятать не стали. Наоборот, выставили колючую улику на обозрении всего города. Действительно, елка, установленная на главной площади города Тапки, была спилена на участке местного жителя без его ведома. Да, это была замечательная новость. Я считаю, что администрация Тапок, конечно, поступила очень хорошо. Зря ее критикуют. Как я вижу, что там было на самом деле? Собралась коллегия администрации, а Тапки, если кто нас слушает не из Кузбасса, это город маленький. Собралась коллегия администрации, посчитали, 18 миллионов у нас нет. У нас весь бюджет всего там меньше в два раза. И пошли и украли елочку с огорода какого-то, значит, местного жителя. Может быть, они даже думали, что, Ром, что как украли? Доброе дело. Они, мне кажется, свято верят, что, ну, землица-то русская их, она вот прям их земля. Ну, надо вот пойти взяли забрать елочку. Они пошли и взяли свою елочку. И сказали спасибо мужику, что, ну, вырастил хорошую нам елку. Спасибо. Может быть, они даже хотели помочь ему, потому что зачем в огороде тебе елка? Она загораживает свет, она не дает расти там ягоды, гриба. Я вообще не знаю, может быть, грибы. Злую елку у мужика просто вот прям освободили мужчину от елки, спасли. Конечно, конечно. Да, администрация, конечно, этого города очень интересная, загадочная в своем вот в этом решении, в своих вот этих действиях. Но вот я вот что я думаю, да, вот коли у нас установили елку за 18 миллионов. А то теперь мужчине вот этому, вот у которого украли елку, нужно пойти в суд, отмерить, какой высоты была его елка, прилепить на вот эту елку за 18 миллионов и, соответственно, размеру потребовать себе компенсацию. Нет, ну елку-то ему вернули, понимаешь? Ему вернули, привезли в огород, бросили. Хорошо. Рома, у нас есть такая вещь, как пользование чужими средствами, благами, деньгами, елками. Сколько она там, сколько они пользовались? Вот этой, ну, например, получилась эта елка высотой, там, например, на 3,5 миллиона. Две недели елка постояла. Вот 3,5 миллиона они пользовались две недели. Какие проценты, какое что? Не, ну это бухгалтерия, это все можно просчитать. Подать в суд. Знаешь, боюсь, что, скорее всего, если он подаст в суд, к нему будут вопросы тогда в другом. Елка зарегистрирована, что это, какие могут проценты насчитываться, где он ее взял, как она выросла. У нас любят власть, администрация, да, и прочее, они любят придумывать подводные камни, которые сами часто запинаются, да, но людям создают их очень много. И если ты пойдешь вот возмущаться на эту елочку, тебе преподнесут так, что ты эту елку чуть ли не экстремистским способом вырастил и подставил весь город под угрозу. И все-таки найдут в огороде вот эти пресловутые грибы. Да. Вот вообще, значит, это не елка была, а гриб. И ну, причем, знаешь, медаль кому-нибудь дадут за мой хвойный гриб. По-любому. Мужику? Ну да, почему бы и нет, кстати. А дальше у нас все-таки предлагаю обсудить главные события года. К рейтингу мы тоже вернемся, как обещали, вернемся в Киселевск. Черный снег, киселевская нация. Безумные чаепития, митинги и пикеты. Мы все это объединили в один сюжет. Давайте посмотрим. Ты знаешь, какая красота-то какая черная. Это пыль. Это не дым, а пыль, вот именно пыль. Ну это надо, Саня. Я не знаю, кот, но надо сейчас позвонить еще. 112 там пыль.
угольные разрезы, обогатительная фабрика сделали жизнь людей невыносимой. Под угрозой самое необходимое – вода и воздух. 27 февраля в 10 часов в районе Афонина в клубе «Шахтера» жителей будут ждать глава Киселевска Максим Шкарабейников и другие чиновники. Мы, жители Российской Федерации Кемеровской области, города Киселевска, хотим открыто обратиться к достопочетному премьеру министра Канады Джастину Трюдо и генеральному секретарю ООН Антонио Гутерреш. Владимир Владимирович Путин, к вам обращаются жители города Киселёвска, которые попросили убежище премьер-министра Канады Трюдо. Девушки, сотрудников полиции нужно встретить, я думаю. А так начинается киселевский митинг против беспредела угольщиков и бездействия власти. И мне очень интересно, кто вот там стоит, вот эта вот девушка с мегафоном, которая пытается куда-то зазывать людей. Обращение вот этой группы людей. Сколько там? 12 человек описало? Около 12 человек. Премьер-министру Канады. Оно пользу принесло, на ваш взгляд? Но эти люди дискредитировали Кузбасс, дискредитировали Российскую Федерацию. Предлагаю подытожить эту историю. Мы знаем, что губернатор приехал в Киселевск накануне прямой линии Путина. Как обстоят дела сейчас? Ну, как дела сейчас обстоят? Изменения произошли, я бы сказала, радикальные. С того момента, как приехал губернатор, и до того момента, как он из своего обещания отказался. То есть сначала им было признано, что это горит, ну, что-то серьезное, потому что были слова, боюсь, что здесь рекультивация не поможет, людей надо переселять, причем срочно переселять. И потом после прямой линии, опаньки, а это горит помойка, оказывается, понимаете? И вот это уже сколько ж времени-то оно горит, и как только тушили, и как только что только не делали, но до сих пор, ну, теплая земля, теплая, снег не тает. Навезли туда глины, как оказалось, глина волшебная, мироточащая, которая дает воду, и та при минусовых температурах не замерзает. Вот. Люди живут также в своих домах, на тех же местах, также опасаются за свою безопасность, особенно вот эта первая семья, где 5 детей, и Насте Соколовой. Но абсолютно ничем ничего не изменилось, кроме, я думаю, одного очень важного обстоятельства. Это то, что вот все эти жители, которые живут там, я думаю, на 100%, окончательно и бесповоротно потеряли всякую веру в губернатора. То есть теперь люди говорят как? Они говорят не наш губернатор, а говорят просто губернатор. То есть приставки, что это наш, там уже нет. Я думаю, что вот эта вот киселевская история, она окончательно привела в Кузбасс эпоху обещаний, такую, как вот я для себя ее называю. Потому что при Тулееве, о котором мы сегодня уже говорили, при всех его достоинствах и недостатках, обещания губернатора все-таки сдерживались, и попробовал бы кто их не исполнить. При новом губернаторе обещания стали каким-то таким свободным, как народный договор, мое слово сказал, захотел обратно взял. Да, я про то, что обещания у него, мягко так скажем, напоминают чем-то Владимира Владимировича. То есть, вроде как-то, да, хорошие вещи говорит, умные вещи говорит. Ну так, послушай, да, все мы того же хотим. Вот только у него эти обещания с реальностью настолько сильно расходятся иногда, что хочется спросить, с чего вдруг он вот обещает, да, потом свое мнение меняет или от обещания просто открещивается. Зачем тогда все это? То есть, вот у меня всегда один вопрос. Зачем было говорить, да, а потом не делать? И мне кажется, что просто Цивилёв обещает, когда это нужно. То есть, когда это вот сейчас, чтобы успокоить ситуацию, да? То есть, как психолог. Ну, в моем понимании, Цивилёву кажется, что кузбассовцы это все до единого, это как вот рыбка Дори с трехсекундной памятью. С трехминутной памятью. Да, да-да-да, вот, кстати, да. Вот мы здесь все реально рыбка Дори. Что говорила о Кемеровской области российская и зарубежная пресса? Здесь упоминание тоже лидирует Киселёвск. Каждый из нас, Кузбасс, это ты, это я,
Нам тут шлют из Кемерово. В Кемеровской области появился свой Стерлигов. Это там братья Ипатьевы. Они сделали точно, ну, то есть косплей полный. Они сделали точно такую же пекарню. Главное, что у них и в ценах косплей такой же. Ну, соответственно, может быть, Кемеровскую, может, там подешевле. Там 650 рублей 600 за булку хлеба. Там. Я, собственно, что хотела? За булку. В Питере, что ли, за свои... Помогите Киселевску. Жители города Киселевска Кемеровской области попросили убежище в Канаде. Момент была, да, в этом районе, но я не пошла за ними, потому что я была со своей младшей дочерью. Смотрите, про Канаду у них речь была еще месяца два или три назад. Эти полицейские, они что, у них какой-то другой воздух, им противогазы там выдают, они дышат какой-то там два часа в сутки или сколько в кислородной камере? Я боюсь, что они думают о том, какие еще надо принять меры, во всяком случае, в кабинетах высоких начальников, чтобы... Что за вседозволенность? Почему люди могут себе позволить в субботу собраться попить чаю? Запретить к чертовой матери заварку, запретить без согласования собираться устраивать свадьбы и похороны без уведомления поданного за 10 дней. Владыка начал свою речь именно с приветствия губернатора Кемеровской области. Я предлагаю всем вместе посмотреть и послушать, как это было. Я хотел обратить ваше внимание на пульс Киселевска, ну, потому что мы много рассказываем об этом городе и о том, что там происходит. Там, значит, уже разобрались с иностранной шпионкой, агенткой, американкой, которая приехала фотографировать местные церкви. В Кемерове. В Кемерове, правильно говорить, Кемерове. Установили городскую елку стоимостью почти 18 миллионов рублей. Ух ты! В три раза дороже главной кремлевской елки страны. Около 150 жителей городского округа Киселевск Кемеровской области 27 октября вышли на митинг против произвола местных властей и так называемого беспредела угольщиков. Бывший мэр города Киселевска в Кемеровской области Сергей Лаврентьев, руководивший мэрией на протяжении 15 лет, убит минувшей ночью в собственном доме. Вот о том, как о приключениях американки в в том самом замечательном Киселевске, помнишь, из которого хотели эмигрировать люди? Mm-hmm. Вот. Dit zijn de giftige dampen van een oude kolengroeve. De eigenaren willen nu ook gaan graven aan de overkant van de weg, nog dichter bij het dorp Апанас. Когда мы еще жили, молодые это были, нет, разреза тут не было, а потом стали копать. Программу «Прямой эфир» Андрея Малахова снова отменили. 12 ноября должен был выйти выпуск об экологической катастрофе в кузбасском городе Киселевске и убийстве. Спил елки в Кемерово делается по уникальной технологии. Сначала делается небольшой спил, потом несколько распилов. Потом еще один спил, потом большой распил. А потом лесники идут в лес, находят елку и рубят уже ее топором. 18 миллионов рублей. Кемеровчане в этом году смогли отстоять один из роддомов, который пыталась закрыть замгубернатора Елена Малышева. Ответом на вопрос, нужно ли закрывать кировский роддом, прозвучало однозначно нет. И подстанцию скорой помощи, которую хотели передать в частные руки. Сейчас рассматривается вопрос о передаче права берега частной скорой помощи. Потом власти решили закрыть роддом уже в Киселевске. В Новокузнецке активисты живым щитом встали на защиту закрываемой больницы. В конце концов, уволили саму Елену Малышеву. Работы действительно очень много. Но есть ли потенциал вообще у кузбасских врачей? Потому что на самом деле очень много талантливых врачей в последние годы уехали. Если мы говорим про кардиоцентр, знаменитый кардиоцентр, который на всю страну гремит. Новосибирск, Калининград уехали. Угу. Больница областная, гениальный врач Вавин. Уехал в Питер. Остался Колотов, на которого все молятся, мне кажется, все боятся, не дай бог, только Колотов бы нейрохирург не уехал. Что делать, как их задерживать? Развивать патриотизм и говорить, и открывать людям то, что Кузбасс меняется. Развивать патриотизм. Ну вот здесь я отслеживал истории только по Кемерово, по городу Кемерово. Конечно, история с закрытием роддома
возмутила народ больше всего. Это, собственно, история с передачей по станции скорой помощи в частные руки тоже. Но с роддомом решение же было принято. Значит, местные активисты Кировского района, может быть, Стас видел эти объявления, повесили... Значит, Я и сам ходил возмущаться. Да, да, местные активисты повесили объявление на подъезды, что нам объявили войну, значит, нас отбирают роддом и так далее. И когда чиновники приехали в ДК Кировского разговаривать с людьми, то они совершенно не ожидали такого отпора. Они не ожидали, что люди будут такими злыми. Ну и господин Малин, в конце концов, пообещал, что пока он, значит, работает на этой должности, роддом закрыт не будет. Потом он также пообещал, что не будет передана подстанция скорой помощи. Ну, другое дело, что сместить Малина с его должности, я думаю, проблем не составит при необходимости. Но все-таки сместили Елену Малышеву. И... Наташа, ты расскажи, что было с роддомом в Киселевске? Ну... Ну, с роддомом в Киселевске, наверное, была типичная киселевская история, которая прояснилась уже после вот этой новости, которая прошла о переносе. У нас было не закрытие, у нас был перенос роддома из хорошего, приспособленного, комфортного здания в город, в центральную больницу. Это у нас первая горбольница, которая там, я не знаю, 30 лохматого года постройки, аварийная уже наполовину. То есть хотели перенести туда. И, естественно, люди стали возмущаться. Дело в том, что вот это здание, в котором сейчас находится роддом, был президентский грант в 2007 году, и там делался капитальный ремонт. Причем этот капитальный ремонт делался вплоть до того, что делали шире коридоры, чтобы женщин было комфортно на каталках. Ну, то есть, понимаем, да, роды это и кесарево сечение, все что угодно, чтобы женщин было удобно катать на каталках. Там отделение совершенно не приспособлено, плюс первый этаж. Первый этаж – это похищение младенцев. Это, оказывается, присутствует у нас до сих пор. И акушерки, и врачи роддома, они очень опасаются вот этой ситуации похищения младенца. Вот. Потом, спустя некоторое время, как раз-таки мы узнаем о том, что выставлен на торги еще один лицензионный участок. В этот лицензионный участок, ну, якобы у нас опять будет как разрез коксовый, да, участок коксовый, попутная добыча угля с рекультивацией. Туда входит, в этот лицензионный участок, единственная в городе дорога плюс ветка железной дороги. То есть, логически думая, что это все перероют, не будет проезда с одного района Киселевского в другой район. Ну, не будет этой дороги, больше дороги нет, все, одна. Это чтобы, например, с машзавода попасть на Красный Камень, придется ехать через Прокопьевск, через Тырган. И в той стороне все-таки по численности останется население больше, поэтому роддом явно хотели туда по этой причине перенести. Ну, естественно, жители начали возмущаться, потому что наш киселевский роддом, я вам скажу, ребята, честно, он фору даст Кемеровскому пренатальному центру. Пусть он небольшой, пусть он... Ну, не такой большой, как там, да, на количество коек. Но это настолько уникальное заведение, это настолько уникальный вот, медицинский состав. И заведующий там настолько уникальный человек, который вот этот вот роддом, он, я не знаю, он там знает даже, какая где плитка, как лежит кафельная. Ну, там мужчина, причем мужчина, он не просто гинеколог, он еще и мужчина, вот как мужчина, да, руками что-то сделать. Людей это очень возмутило, и, естественно, люди высказывались против. Не знаю, сказали вроде, что переносить не будут. Оказалось, что в той больнице деревянные перекрытия, и деревянные перекрытия являются каким-то противопоказанием к тому, чтобы там находился роддом. Насколько это будет противопоказанием, конечно, неизвестно, но пока сказали, что нет. Я бы хотел вот спросить у Стаса, как человека, живущего в Кировском районе. Вообще, хочу сказать, да, что такое Кировский район и почему люди возмутились закрытием роддома. Кировский район – это правобережная часть города Кемерово, причем отдаленная. Роддом этот обслуживал всю правобережную часть, плюс деревни. Не просто которые... всю, да, подожди, Ром, к нам везли и с того берега, то есть здесь весьма хорошее родильное отделение было. Я не сомневаюсь, именно в этом, да, нет, оно и осталось, к счастью.
Плюс деревни, которые находятся еще дальше. А в пробке мы вот разговаривали с водителем скорой помощи. Он объяснял, что в часы пик скорая помощь едет в Кировский район там, до 40 минут. Ну, в принципе, любой водитель, любой таксист об этом знает. Какие у нас там бывают пробки на Кузнецком проспекте. Я тебе хотел спросить вот о чем. Ты говоришь, что ты участвовал каким-то образом в протестах. Хотел спросить, почему наши протесты возникают тогда, когда уже начинают отбирать последние? Потому что роддом — это вот когда действительно уже у ребенка, что называется, титьку изо рта вынимают. Почему, Ром, так? Давай так, смотри. У нас народ, в принципе, как любят говорить, терпеливый, да, то есть терпим до последнего. А по факту, к сожалению, очень много людей, которым просто вот, ну, до последнего плевать. И до них очень долго доходит, что это событие конкретно их сейчас коснется. Это конкретно отразится на их жизни. Это войдет в их квартиру. Здесь пропадает самая главная проблема, мое личное мнение, опять же, главная проблема российского населения, россиян, это моя хата с краю, болезнь такая, хата-краевизм. И когда люди поняли, что к ним залезли уже в самое святое, к детям, к помехе, создают помеху в этом, создают проблемы, народ поднялся, народ сказал, и мы так не хотим, нам это невыгодно и неудобно. И вот тогда народ пошел спрашивать. Ну и опять же, как видишь, очень быстро все это затухло, затихло и так далее. Администрация сдалась. Сдались власти, сдались все. И вроде как народ и победил, и непонятно, в чем победил. Но факт в том, что роддом остался, роддом работает, и администрация об этом теперь молчит. Я, ребята, крамольную мысль скажу. Если бы в городе Киселевске народ таким же образом озаботился не сносом роддома, а тем, что весь Киселевск находится в промзоне, то сейчас полным ходом шло бы расселение. Ни какого-нибудь там одного райончика, ни какого-нибудь барака, где осталась одна бабушка, а вообще всего города Киселевска. Если бы этот город, весь город, ну, по крайней мере, большая его часть, осознал бы, что это проблема его, что это проблема решаемая, что угольщикам этот уголь нужен больше, чем людям работа на разрезах. И поэтому людей угольщики пойдут таким... на все. И угольщики, и областные власти. Да, я ремарочку вставлю. Людей ставят часто перед простым таким фактом, выбором. А у людей кредиты, у людей долги, у людей своя суета. И они немножко не могут думать о более масштабных вещах, которые тоже повлияют на их жизнь. Люди привыкли жить сегодня и завтра, не дальше. Очень сейчас мало кто живет послезавтра. А поэтому то, что происходит, это происходит в головах людей как что-то далекое, недостижимое. Да, кто-то еще за детей там переживает, за внуков, правнуков, как им тут жить. Но у людей отняли понимание того, что они уже страдают, и завтра будет только хуже. И это людям сейчас вещается с телеканалов, с радиоэфиров, с YouTube-каналов. Им преподносит администрация, им преподносит это государство как нечто, ну, вас не касающееся. Мы здесь типа своими делами занимаемся, а вы продолжаете заниматься своими. Вот вам пара новых налогов, чтобы вы сильно не возмущались, и постарайтесь их оплатить. Так что потейте, работайте и выживайте. У людей не остается времени на то, чтобы подумать о завтра и возмутиться. Вот мое мнение. Ну, знаешь, у тех, кто противостоял переносу, Наталья говорит, хотя перенос и закрытие, здесь разницы я никакой не вижу, перенос или закрытие роддомов, у тех тоже есть кредиты, у тех тоже был выбор, и они свой выбор сделали. Ну, Ром, я тебе скажу... И это, понимаете, вот слова о том, что у нас отняли выбор, и что у нас там телевидение от него... Это, я сейчас не в претензии к нашему ведущему говорю, а вообще, в принципе, эти слова меня всегда очень сильно раздражают, потому что никто у нас ничего отнять не может, кроме нас самих. Ничего страшнее тюрьмы твоей головы никогда с тобой не случится. Разруха в головах. Второе место среди праздничных новостей. Областная администрация купила за несколько долларов на фотостоке старую картинку Санта-Клауса. Назвала Санту уникальным кузбасским Дедом Морозом и сделала символом Нового года в области. В Кемерове открылся парк на месте Зимней Вишни. Губернатор твердо обещал открыть этот парк или сквер к 1 сентября прошлого года.
потом к 20 августа и 1 сентября нынешнего. И, наконец, парк заработал 15 сентября. Ну а мэр Киселевска Максим Шкоробейников летом лично поймал американскую шпионку, и это стало главным событием в туристическом кластере Кузбасса. В январе в Кемерово сгорела новая маршрутка. К счастью, пассажиры успели выбраться. А в селе Подгорном Ленинск-Кузнецкого района две недели шло противостояние цыган и местного населения. Чиновники пытались скрывать это событие, а журналистов просто задерживала полиция. Весной в Анжеро-Судженске голодали санитарки, которым предложили либо уволиться, либо перейти в уборщицы. Губернатор объявил, что никакой голодовки не было, а санитарки опорочили Кузбасс на весь мир. Еще Сергей Цивилев тогда же назвал кузбассовцев бесформенными телами в трусах. Принял участие в конном ходе, который вначале был православным, потом перестал. И в мотопробеге с байкером-хирургом. У нас есть подборка лучших перлов губернатора в этом году. Эта дорога — это серьезный наш шаг в будущее. Идеальное покрытие, такие пейзажи, вот такое все небо. Мы едем как будто бы по сердцу России. Знаете, ощущение, что дорога к русской мечте. Скажу серьезно, что это для меня второе событие по яркости, по значимости после открытия Крымского моста. У нас столько очагов роста в Кузбассе, на самом деле. Сейчас мы эти все очаги роста объединяем, делаем общую единую систему. Рванет так, что вы увидите, что произойдет. На глазах все меняется. На глазах. Голодовки объявлять у нас в Кузбассе — это опорочить весь Кузбасс на весь мир. Пока возмущенная общественность переваривала слова кемеровского губернатора о порочной голодовке санитарок, так и голодовки-то не было. Сергей Цивилев решил проблему безработицы и в Кузбассе, и в Кемеровской области. Тем, кто хочет объявить голодовку, выйти на митинг, объявить забастовку. Губернатор на своей пресс-конференции предложил кузбассовцам массово идти работать в органы власти. Я их приглашаю официально, всех желающих. Приглашаю поработать в органах власти. Основные требования к соискателям, как вы уже поняли, тяга к митингам, забастовкам и голодовкам. Очередь огромная не стоит. Работа тяжелая. Из Москвы не вылезаем. График 24/7. Ответственность большая. Ругают много. Работать заставляют 24 часа в сутки без выходных, а платят мало. Зато бесплатные обеды в первой попавшейся школе. Я сам захожу, сажусь вместе с детьми и начинаю кушать. Я уже покушал во многих школах. Команда губернатора строит амбициозные планы. Следует им соответствовать. У нас Кузбасс должен стать номер один за Урал. Поэтому мы будем тратить, если есть возможность, что-то сделать серьезно. Мы на это будем тратить времени и сил, не жалея. Нам надо быстро спешить и сделать. Мы же с вами даже не выборами занимались. Мы занимались составлением нашей программы развития. Говорил, работать надо быстро, быстро, потому что кризис будет. И он наступил. Для выхода из кризиса годятся самые смелые решения. Что только мы не делали, но мы поставили перед собой задачу. В этом году на 30% увеличить количество людей. Корпоративные ценности в команде Сергея Цивилева превыше всего. Верить в них обязательно. Я теперь, меня в правительстве называют, что я самый большой кузбассовец, который у нас есть. Что Кузбасс — это центр вселенной. Думаете, что вы попали в секту? Не вам первым так кажется. На меня смотрели, как на сказочника. И в глазах я у людей читал. Много таких до вас приходило, все рассказывали. А нам на зарплату нет денег. Так идите же и проповедуйте. Еще больше надо разговаривать с населением. Для подтверждения серьезности намерений по ходу пресс-конференции губернатор набрал себе правительство прямо из зала. Выходи, выходи, выходи. Да, ты выходи. Нет, еще возьми с собой девочку. Дайте нам, пожалуйста, два стула вот сюда. Да нет, дайте им таких, как у меня. А, таких нет. Ну, давай. Со мной будет сидеть наше правительство молодое. Мы вместе будем принимать. А ну, давайте выходите сюда. Еще один стул. В Кузбассе у нас так делается. Все правильно. Вот оно, правительство. Пока испуганное правительство думало, что скажут об этом родители, губернатор поставил победную точку. Я буду работать бесплатно. Будет ли получать зарплату правительство, а также все приглашенные во власть митингующие, голодающие, бастующие, Сергей Евгеньевич не сообщил. У меня просто недостаточно словарного запаса.
В финале у главы области появились сомнения, которые он решительно отверг. Просто все думают, что у нас с головой что-то не то. А все не так. Вы еще не передумали? Чувствуете жажду власти? Хотите сделать Кузбасс центром вселенной? Или просто ищите работу? Телефон приемной областного правительства на ваших экранах. И не нужно звать взрослых. Договаривайтесь с теми, кто возьмет трубку. Не очень-то желают люди идти в органы власти. Нет, мне не именно вот когда Стас оговорился и сказал Пёрлов, то это очень здорово прозвучало. Действительно, губернатора Пёрлова на вот этой пресс-конференции. Мне очень понравилось, больше всего, наверное, понравилась его фраза, что у нас сейчас рванет, потому что она, во-первых, смешная, во-вторых, она страшная одновременно. У нас Кузбасс действительно в такой ситуации, в которой может рвануть в любом месте, может случится трагедия на Подземгазе, не дай бог, или в любом другом, опять же, участке города Киселёвск, да и в других угледобывающих районов. Ленинск, Кузнецк, Грунтово, все. Ленинск, Прокопьевск, Мыски, все что угодно. Может рвануть какой-то народный протест, может рвануть отсюда губернатор на кресло министра, которого ему прочат по слухам. Все может рвануть Кузбасса. Ну, мне больше всего нравилось про это, про недовольных прийти работать во власть. А, да. Кстати, да. И ты, по-моему, если же, не ошибаюсь, хотела провела, пойти сюда. Да, я сказала, позвонила в областную администрацию, сказала, все, говорю, я сейчас сильно недовольна, я хочу во власть. И он вот губернатора пригласил всех, вы что, не слушаете губернатора? Ну, это, конечно, отдельная тема, все эти разговоры были. А кем вы хотите, я говорю? Замом главы города первым. На меньшее я не согласна. Губернатор же сказал, что типа вы приходите там, работайте, работа сложная. Я думаю, что у зама главы работа очень сложная. Давайте я пойду. Самое интересное, что они мне предложили должность действительно в администрации города. Но это был какой-то самый-самый-самый младший сотрудник в отделе архитектуры, который должен был делать все, начиная с анализа проекта постановлений, заканчивая приносить кофе. Все. Но самым смешным было через месяц, когда я сделала запрос, и мне прислали список всех вакантных должностей в администрации за прошедшие полгода. Так вот, в том списке вакантных должностей этой должности не было. Это опять же к чему, да, про рыбку Дори, да, про то, что хочу-хочу, то и говорю, захочу — слово дал, захочу — назад взял. Ну, в принципе, я не знаю, относиться вот к людям вот так вот, считая их какими-то не совсем самодостаточными какими-то личностями, чтобы можно было каждый раз какую-то вот такую вот выкатывать новость, мысль свою, я считаю, что это недопустимо. Несмотря на то, что каким бы ни было уровень образования, уровень культуры населения, уровень, какой бы менталитет бы ни был, все равно самое главное правило – не ври. Нельзя врать людям, нельзя. Но ты скажешь правду, пусть она будет горькая, пусть она будет плохая, пусть тебя в пару помидоров гнилых кинут, но пройдет время, люди поймут, что ты сказал правду, стоя там, я не знаю, перед толпой людей, да, как вот было, да, на вот этом вот митинге после зимней вишни, опять-таки, не хотела возвращаться, но придется, встал ты на одно колено. Вот люди тогда поверили, что он не врал, а вот сейчас они понимают, что это было, наверное, не совсем искренне. Или совсем не искренне. Либо совсем не искренне, либо не искренне. Я не знаю, ну ты знаешь, Тром, ну вот на одном колене, как мне потом вот пытались объяснить военные, у меня, кстати, тетушка, жена военного из Севастополя, и можно сказать, что первый ее супруг, они фактически начинали служить вместе с Цивилевым. И вот как она мне объясняла, друзья общие еще живые есть, рассказывали, что на одно колено на флоте встают, когда чтят память погибших в бою. Но вот я, может быть, я курица, да, может быть, я не совсем такая умная, может быть, я и правда какая-то слегка сумасшедшая. Я не понимаю, дети – это не погибшие в бою, дети – это просто невинные жертвы. Их не на одном колене чтить надо, а на двух. И разбив лоб в кровь за то, что произошло с ними.
Так что как-то так вот, Ром. Да, у нас в связи с этим есть еще одно видео, где Наталья огребает от губернатора. Но перед этим, во-первых, хочу спросить у Стаса, есть ли у него любимая фраза губернатора, потому что все-таки человека действительно растащили на цитаты. А свою фразу еще хочу одну добавить. Это буквально вот на днях произошло, когда Сергей Евгеньевич попросил у Деда Мороза, чтобы кузбассовцы не уезжали в другие регионы и вообще из Кемеровской области. Вот, собственно, эту фразу ты и процитировал. Именно... А, да, я тебя опередил, да, извини. Да, это знаешь, это выглядело как такое желание, прям такое лютое, то есть никуда отсюда, чтобы никто не сбежал и не делся. Дедушка Мороз, будь любезен, побудь надзирателем. Закрой кордон, да? Да, это примерно как мой любимый очень старый фильм, особенно с национальной рыбалки. То есть такой генерал, который говорит, нет, короче, вы никуда отсюда не уедете. Я вот попрошу у Деда Мороза, и вы никуда уже с подводной лодки не денетесь. Скажите, пожалуйста, покажите мне того человека, который ему вот эти все речи пишет, и вот эти вот все слова говорит, вот эти реплики. Покажите мне этого человека. Я просто посмотрю. Я не могу до сих пор понять, этот человек, он друг губернатору или брат. Наташа, подожди. На всей стороне. Наташа, я знаю одного из этих людей, по крайней мере, как минимум одного. Мы не близко знакомы, но пересекались. Человек, в общем-то, работает в медиа, и он уверен, что нужно так. Мне кажется, это человек на стороне народа. И он понимает на самом деле, что народу нужно. Ты думаешь, что они специально подставляют губернатора? Нет, там такого я думаю, что да. Нет. Я тебе... Нет? Нет, конечно, нет там такого. Там, там искреннее понимание того, что нужно делать так. Что это, что народ будет переломан, что народ это рыбка Дори. Давайте посмотрим все-таки вот этот сюжет, как губернатор приехал в Киселевск и его прекрасный диалог с Натальей Зубковой. Таких проблем у нас в Кузбассе огромное количество. Огромное количество. Мы все проблемы, по всем проблемам занимаемся примерно одновременно. Всеми проблемами. Вы вообще с этого района? Вы не с этого района? Нет, отходите в сторону. В сторону отходите. С вами потом выбрать. В сторону отходите. Хорошо. Уходите в сторону. Я приехал сюда заниматься конкретной проблемой. А вы почему встали и за весь Кузбасс отчитываетесь? За этих людей отчитывать. А почему вы бросаете такими заявлениями, что в Кузбассе ничего не делается? Вы зачем бросаете заявление, я спрашиваю? Так, в сторону отводите. Отводите. Смотрите, компания «Экотек». Я еще раз вам делаю замечание. Вы спросили у меня, согласен я на вашу съемку? Да я такой же журналист, как и все. Вы спросили меня, согласен почему я не могу снимать? Еще раз я говорю, Сергей, я приехал работать сюда. Так я просто иду мимо, снимаю. Не надо меня снимать. Почему? Потому что я нахожусь на работе. И прежде чем меня снимать, вы должны спросить согласие на съемку. А вы мне мешаете работать. Вы у меня никакого разрешения на съемку. Я журналист. У меня есть регистрация Роскомнадзора. Я имею полное право снимать любые мероприятия. Журналистов мы пока не приглашали. Вот ходят журналисты, вот снимают. Моя служба ходит в СМИ и снимает. Для того, чтобы был фотоотчет. Я считаю, на сегодня это вполне достаточно. Ну и твои, Наташа, впечатления. Какие это, кстати, твоя не первая была твоя встреча с губернатором, если я не ошибаюсь. Нет, не первая. Первый раз я его снимала, когда он у нас приезжал в апреле месяце на улицу Колхозную, когда я вот передавала документы, что с младшей дочери сняли инвалидность, что у меня не один такой ребенок, а два, и лечить их достаточно проблематично. Даже если я бы вышла на работу, да, там, получая зарплату, там, не знаю, 15-17 тысяч, эти деньги бы чисто конкретно уходили бы только на одни лекарства. Вот, ну, какие впечатления, там видно, да, в кадре, палец трясется, конечно, у меня вот, честно, не преувеличивая, у меня было ощущение, что он может, ну, если не ударить, то вырвать телефон хотя бы, что-то вот такое мог сделать, то есть это было видно, это настолько такая вот чудовищная была какая-то агрессия, что блин, вообще кто-то тут что-то против стоит, что-то против говорит. Он не понимал это, то есть, я не знаю, ну, может быть, в армии на флоте так и принято, что с руководящим этим
составом не перепираются, ничего не говорят против. Ну как-то мы же жители, мы же не служим на этой подводной лодке, да, чтобы с нами так разговаривать, тем более СМИ. Вот. Другой момент, наверное, заключался все-таки в том, что вот это горение помойки было, наверное, запланировано изначально. Просто перед прямой линией с Путиным нужно было эту помойку куда-то пока не афишировать, да, не открывать. И это было вот перед прямой линией так сделано. Потом девочки пришли на следующий же день буквально на прием к главе города, и он говорит, что нет, это горит помойка, и как бы губернатор так не говорил. Ну, то есть, ну, без комментариев, как бы скажу так. Поорал. Я это видео не публиковала сразу, ничего. Ну, получилось так, что оно вылилось все-таки в интернет, в белый свет, оно нашло свою, да, дорогу, своей тропой пошло. То есть даже у меня в душе все-таки была надежда, что людей действительно переселят, и я не хотела, как у нас говорят, дискредитировать, да, и порочить губернатора этим видео. Но ни переселения не произошло, да, и вообще все произошло так, как оно у нас сейчас есть. Не совсем хорошо, не совсем правильно, на мой взгляд. Ну, мне до сих пор кажется, что несмотря на пиарщиков, которые объясняют, что нужно быть ближе к народу, несмотря на всю стратегию, Сергей Евгеньевич считает, что относится, вернее, к людям, живущим в Кузбассе, в том числе к работникам СМИ, как к своим подчиненным, потому что он пришел из бизнеса. Холопа. Он пришел, во-первых, из бизнеса, во-вторых, он пришел из армии. И там, ну, в армии 100%, в бизнесе тоже, к людям относятся все-таки как к подчиненным, как к людям второго сорта. А здесь... Ну, не во всех, конечно же, структурах армии. Ну, хорошо, мы не будем говорить про второй сорт, но, тем не менее, есть субординация. Губернатор не понимает, что в отношениях его и любого гражданина никакой субординации нет. Вернее, она даже есть, только она обратная. Она должна быть противоположная. Она обратная, да. Даже, да. Губернатор наш подчиненный, как ни странно. Он немножечко этого не понимает. Путает отношения простых вещей. Он для нас, а не мы для него. Знаете, я вообще считаю, что сейчас показательным вот это вот является самым показательным взаимоотношение вот между, да, структурой власти и простыми людьми в Кузбассе. Это вот этот вот новый герб Кузбасса с короной. Вы мне объясните, пожалуйста, это что за бред? Какая корона? Мы что, в какой-то империи живем? Откуда корона? Мы светское государство, у нас что, блядь, царь появился, прости господи? Какая корона, подожди, ребят? Подожди, а что, у нас царь исчезал? Может, я проспал этот момент? Нет, ну у нас Кузбасс... Это номинальный царь. У нас же история Кузбасса внезапно удлинилась, да, на 225 лет, на 220 это лет. Это самая больная моя тема, прям самая больная. Да, не то есть мы берем и, допустим, для меня история это не наука, это скорее такая гуманитарная дисциплина. Но тем не менее, если мы выпускаем учебники истории, существуют учебники истории, в которых Кузбассу было 75 лет еще недавно. И вдруг мы берем все эти учебники истории, переписываем по велению как первого лица области и заявляем, что Кузбассу теперь 300 лет. Я вам больше скажу, ребят. Недавно все организации Кемеровской области, и государственные, и частные, вынуждены были переименоваться. По-моему, это автоматически произошло, но тем не менее какие-то деньги большие на это было потрачено. Поскольку у нас теперь не Кемеровская область, а название теперь она носит Кемеровская область дефис Кузбасс. Все организации государственные, например, у нас там департамент, допустим, здравоохранения Кемеровской области Кузбасса. Теперь так называется. Для чего это было затеяно, тоже непонятно. Про 300-летие губернатор сказал, что это для того, что это, так сказать, не историческое мероприятие, а просто для того, чтобы Кузбасс
обрел большую популярность, привлек туристов и так далее. Не знаю, хлынули. Я думаю, что сейчас Кузбасс вообще такую популярность приобрел, блин, и эти 300 лет не надо было. Ну, конечно, да, но если мы все-таки относимся... То есть нам 300 лет не надо этого было? Нам это 300 лет не надо было. Если мы все-таки относимся к истории более или менее серьезно и готовы детям ее преподавать, то просто так вот по щелчку какого-то местного князька, да, вот по... как его... почему-то в детстве назвали все-таки Сергеем, ошиблись, видимо, родители, менять содержание учебников истории, ну, это как минимум несерьезно. Я предлагаю на эту тему отдельно как-нибудь сделать целиком сюжет, то есть обсудить, потому что сделано все слишком это как-то и на коленке, и притянуто за уши, но прекрасно понятно, для чего и как. То есть здесь все более чем очевидно. И мы все с детства помним фразу «Историю пишут победители». Либо те, кому это выгодно, кто во власти. История – это самый спекулируемый фонд знаний, где можно подменить что угодно. И героя сделать плохим, и плохого сделать героем. Так что тяжело рассуждать на эту тему вот так просто. Согласен. Ну а в таком случае я предлагаю новости номер один новогоднего хит-парада перейти, а именно парада, который прошел 26 декабря в городе Кемерово, где шествовали Деды Морозы. Очень много Дедов Морозов. Такое придумаешь, что я могу сказать. Не знаете, что во всей этой ситуации, вот кого больше всего жалко? Вот я просто себя поставила на место своей дочери. Идет такой ребенок по улице, идет, а там 1500 Деда Мороза. Ну, это просто как-то в ее понятии просто ломается вся сказка. И ни одной Снегурочки рядом. Нет, там были Бабы Морозы. Там были женщины в костюмах Дедов Морозов. Они должны называться Бабы Морозы. Не входит в традиционное понятие сказки новогодней для наших детей. Ну, это женщина знакомая, у них женский коллектив в бюджетной организации, она объясняет, у нас была разнарядка 7 Дедов Морозов от нашего коллектива, вынь да положь. А все женщины, пожалуй, пошли 7. Бабы Морозы, да? Баба с бородами. Морозов, да. Я не знаю, Наталья в курсе или нет, что все эти Деды и Бабы Морозы перегородили в час пик центр города Кемерово. В курсе. Я на такси... секундочку, я из-за этого, между прочим, 2,5 часа торчал просто на химиках и не мог проехать никуда. Ну вот пробка не ты один, я тоже. Я ехал на такси, и мы в ужасе стояли на Красноармейской улице, это центр города, и там улица была перегорожена КамАЗами. Как будто какая-то война. Это, между прочим, началась. Кстати, ребятушки, это нецелевое использование, опять же, государственного имущества. Да, КамАЗы. Они могли снег вывозить. Вот именно. А Деды Морозы вообще могли не просто как новогоднее какое-то шествие организовать, а, например, шествие в поддержку Навального. Чтобы повязали 1500 Дедов Морозов? Это был бы крутая акция. Я думаю, автозаков в Кемерово не хватит на всех Дедов Морозов. Да и не все Деды Морозы, судя по фотографиям, я смотрел на Вермедии, на все 42 у ребят. Некоторые Деды Морозы были немножко специфично одеты и прекрасно проглядывались у них форма силовиков. Это же было бы еще интереснее. Там было очень смешно. Дело в том, что там было примерно 3 вида Дедов Морозов. Одни в самых дешевых костюмах, это студенты. Там, по-моему, что-то за 1500 рублей, что ли, костюмы у них. Другие средних, это работники бюджетных учреждений. И были самые дорогие костюмы, это... руководители бюджетных учреждений, которые с удовольствием шли на это мероприятие. А с удовольствием шли туда почти все эти Деды Морозы, поскольку им дали выходной, им дали отгул, им студентам, соответственно, освободили от занятий. И, конечно, для них это был, наверное, праздничный, радостный, веселый день. Почему нет? Пойти 2 часа прогуляться вместо того, чтобы целый день работать или учиться, это, я думаю, каждому приятно. Мало того,
выяснилось ведь, что на нас из-за этого дурацкого парада обиделись два города, Рязань и Рыбинск Ярославской области. Потому что в Рязани в этом году прошло парадом 2000 Дедов Морозов, а в Рыбинске, кажется, 2020 или 2200, могу ошибаться. То есть, на самом деле, мы не заняли первое место, но нам его присудили, потому что у нас сейчас Кузбассу нужен пиар. Рвануло, да? Да, чтобы рвануло. Дед Морозов и то рвануло. Да. Губернатор обещал, что рванет, и вот рвануло и здесь тоже. Хоть где-то, хоть с Дед Морозом рвануло. Знаешь, Ром, безопасно рвануло, хотя бы, уже успокаивает. Здесь безопасно, да, потому что если вдруг, как ты говоришь, вот эти Деды Морозы внезапно оказались бы все повально сотрудниками ФБК и соратниками Навального, то неизвестно, чем могло бы дело закончиться. Ну, или не Навального, а каких-нибудь других. Ну, ты знаешь, в любом случае, человек 10 могли бы присоединиться, потом так эти свои эти красные халаты, ха, а там в поддержку Навального сказать, видите, какая толпа идет, они все с нами. Ну, не догадались, наверное. Нет у них такого креатива, как у Сергея Евгеньевича. У жителей Киселевска. Как, да. Или как у жителей Киселевска, да, которые могут и чаепитие собрать, и в Канаду попроситься. Ну, да. Что-то с Дед Морозами как-то лопухнулись. И митинг сделать в виде встречи с журналистами. Ну, давайте о несбыточных мечтах уже оставим все это. И я предлагаю все-таки поздравить наших зрителей, слушателей с Новым годом. Есть у кого что сказать? Да. Я хочу пожелать всем кузбассовцам в 2020 году все-таки до каких-то перемен дожить, чтобы эти перемены случились. И если вот кто-то там где-то хочет, чтобы люди из Кузбасса не уезжали, то я вот, наверное, пожелаю всем, чтобы вот кто-то все-таки из Кузбасса уехал. Причем окончательно, бесповоротно забрав с собой всех, кто приехали сюда вместе с ним, и дали возможность людям самим выбрать человека, который действительно будет свои вещи называть своими вещами, будет говорить правду, даже если за это придется получить гнилыми помидорами. Я хочу, чтобы в Кузбассе появился настоящий человек, настоящий лидер, настоящий руководитель. Ну, а я думаю, что нам не нужен лидер и руководитель. Нам нужно понимание и осознание. Я хочу пожелать всем кузбассовцам, да и не только, вообще всем ребятам, россиянам, всем людям реальности, восприятия происходящего. Трезвость. Я хочу, чтобы люди научились думать в первую очередь о том, что ждет их завтра, а не какие проблемы у них есть сегодня. Не спорю, проблемы есть у всех, но решать их лучше коллективно. И самое главное, самое важное – пожалуйста, оставайтесь людьми, будьте счастливы и никогда не отчаивайтесь. Я, наверное, немножко по-другому скажу. Мне не то, чтобы я желаю, мне бы очень хотелось. Мне бы очень хотелось, чтобы каждый кузбассовец, каждый россиянин, как правильно сказал Стас, понял, что все-таки он живет не в Северной Корее. Не при сталинизме даже, не при Полпоте и так далее. Он живет в более или менее свободной стране. И каждый кузбассовец, каждый россиянин должен, как мне кажется, или может, ощущать себя свободным человеком. И как только ты понимаешь, что ты свободен, что вот здесь ты можешь сказать «нет», тебе за это, в общем-то, ничего не будет. У нас не такая тоталитарная страна. Как только мы все это поймем, или какая-то большая часть, тогда перемены начнутся сами собой. Перемены начнутся, конечно, не обязательно к лучшему, но какие бы то ни было, перемены нужны всегда. Иначе болото, иначе затухание, загасание, смерть. С Новым годом! Да, с Новым годом! И давайте как-то все-таки на позитиве закончим все это, а не на рассуждениях полунегативных. Давайте все-таки улыбнемся и порадуемся тому, что мы не только дожили до этого года, но еще и исправили много положений в Кузбассе. Да, многое впереди, но мы же будем стараться, не так ли? Конечно, конечно, с Новым годом, с праздником! Ну что ж, друзья, это был Абажур. Я рад, что вы были с нами все это время. А также с вами были Наталья и Роман.
Всем всего доброго. Разилась елочка в лесу, она росла. В лесу она состарилась, в лесу и померла. Кузбасской тихой станции состав отправится в Москву, Милан, во Францию, а мы оставимся. Народ чего-то ждет. Под этот снег, под тихий снег, украли Новый год. Но как бы не было зимы и экспорта в Китай, куда бы уголь дели мы, скажи, Кузнецкий край. Пройдет, как зимний сон.